Здравствуйте. Здравствуйте. А кто мои контейнера украл? В смысле украл? Ну это мои контейнера, блядь. Не знаю. Добрый день, доброе утро. Вам же ж ребята там объяснили, какой смысл сюда заезжать. Нет, значит мы объясняем. Пожалуйста, покиньте эту территорию. В честь чего? В честь того, что эта территория городской пляж. И что? Территория экосервиса. Нет, вы ошибаетесь. Я еще раз говорю, вы приехали, чтобы... А где Сычавский пляж? Смотрите, вон там вот. Сычавский пляж? Да. Я не знаю. Там где-то. Да. Где? То есть это территория города Юж, да, правильно? Совершенно верно. Вам паспорт показать, у меня прописка города Юж. И что? У меня тоже. Ну и что? Почему, но почему не имеют права сюда заехать? Сейчас, а где ваши минуточку, документы? Подождите, сейчас, алло. Сейчас я перезвоню. В смысле, наши документы? Какие? А какое конкретные? Право вообще-то к выезду? Ну это каждый такой. Кто вы такой? Есть. Вот для начала. А вы кто? Житель я города инженер экосервиса. Мы рады за вас. Покажите хоть какую-то одну. Нет, это не частное, это государственное, чтобы вы знали. Ну а что, на государственной территории частные лица не имеют права находиться? А, послушай, кто ты такой? Я хочу тебя. Я от лица от города чего? Южного. Мы вчера от города, какого да. города Южного? Он имеет право от вам задавать вот вопрос. Этого вот, города я еще раз объясняю. Дело в том, что, скорее всего, что ты вот нельзя. Здесь вот что-то мутишь, правда? Ну, мне не дали документы, я не пытался уже что-то мутить. Ну и что? Я ну. согласен, допустим, обслуживать эту территорию, но экосервис не дает. Хорошо, не дали, так не дали. Почему имеют право перекапывать? Ну, это наша территория, и мы наша перекапываем. Чья? Подождите. Алло. Наша это людей, а мы не ваша. Обалдели. Вы понимаете, вы уже так обнаглели да. и так обалдели. Алло. Что просто стране наша. Это революция кто? Прошла. Борьба с коррупцией. Пиздец. Наша, чья ваша? Вот именно что пиздец. Оно все прошло и все еще хуже стало. Пиздец. Да, стало это хуже. Наша, потому да. Что это территория городская. И мы здесь тут перекапываем, потому что вот эта территория, не это было. Наша. Наша чья? Экосервиса, я еще раз какого говорю. Какого экосервиса? А что значит городская Южного? Территория? Короче, это территория наша. Городской громады. Да, все, хорошо. Так территория городской громады. Так вы документы покажите, разрешение. Почему здесь нельзя? Объясните, и тогда может объясняю. Будет. Получается, люди платят нет, налоги, нет. создали а, экосервис, смотри. И им же перекрывают. Смотри. Раньше ты... снимал у нас да не бери меня как вот. Засъемщика территории. Я сюда пришел как алло. Южинский житель. Ну да, это мы. Да, Людмила Николаевна, здесь связано, опять да, же проблемы, да. смотрите. Тут подъехали жители Южного, этот парень пытается, в общем, забаррикадировать работу. Мы пытаемся узнать, вы краски не надо сгущать, во-первых. Вы рассказывайте, как есть. Мы хотим узнать, где документы и что вы хотите от нас. Давайте я вам дам. Адрес, поедете туда. Да, сейчас. Нифига делать. Не, мы дождемся я трактора приехала, и вызовем милицию. Должна, это самое, хорошо, сейчас документы давай. Идти брать. Вызывай милицию. Милиция вчера экосервис пожалуйста. Защищала, да? Да? Сегодня придется им нас защищать. Нет. Ну посмотрим. Алло. Просто абсурд. Это наша алло. Территория. Чья наша? Какие-то документы, вы правильно говорите, какие документы? Которых нету. Почему? Самое интересное, если вы не даете, человек хочет убирать здесь, смотреть за территорией, почему нельзя? Объясняете тем, что у вас нет финансов. Какие финансы надо еще? Люди сами готовы платить, но они денег не имеют права брать. И поставить никого не хотят.